Дорогие, всем привет! Это Кёна. Наверное, вы видите, чуть-чуть я поправилась. И Торуду даже месяц не осталось. Я не могу спать, не могу заснуть, потому что боюсь. Я думаю, все женщины Торуду такие, да. Поэтому боюсь, еще очень жду нашу Мирки. Да, мы уже, как вы видели, подготовились комнату для Мирки. Но сегодня покажу, как мы украшали комнату Мирки. Мы убрали комнату Юна, а зато теперь будет у Мирки. Мирки,방구해주세요. 짜잔! Самую базовую мы делали, как вы видите, здесь палка. Еще мы купили такую штуку. И здесь будем положить нужные вещи для мелких памперс и так далее, влажная салфетка, еще вот это мусорное ведро. Здесь можно выбрасывать памперы, тогда запах не будет, грязный запах не будет, поэтому мы это тоже положили. Еще, как вы видите, эта кровать очень удобно, легко двигается. Да. И здесь будем укладывать спать Мирки. И, наверное, здесь еще мы положим маленькую кровать, чтобы моя мама или Юн, или я спала вместе и всегда смотрела Мирки. Вот, вид тоже красивый. И еще это все нам подарили. У Мирки есть 30 носки. И такие маленькие обуви. Я очень надеюсь, что я могу одевать все. Да. Многие написали, что они купили много, поэтому я не купила, но зато нам подарили. Это бутылка, детская бутылка. Это тоже моя подружка, которая уже родила. Она подарила, но все это выбор Мильки. Если ей нравится, тогда ну, подойдет. Это очистка бутылка. Это baby бурица, наверное, во всем мире популярна. Это делает молоко автоматически. Говорят, очень удобно. Моя подружка подарила. И вот та-дам! Да, я уже собрала чемодан для больницы, поэтому некоторые одежды уже в чемодане. Ну, вот это, которое из Москвы подарила. Это мандарин. И вот это, который я купила на Гуаме. Очень много разные. Еще вот эта подушка для Мирки, для ребенка. Говорят, если ребенок спит вот на этой подушке, формы головы красиво становится. Ну, если Мирке понравится, тогда мы будем пользоваться. Если нет, то не надо. Эта штука для коляски. И одеяло. Я купила еще ханбок. Я не знаю, почему я купила, но купила. У нас есть три зайчики. Один уже собрала в чемодане, положила. Это очень мягкий. Говорят, дети 4 года, 5 лет очень любят. Это от Старбакса. Наша знакомая представительница подарила. Так как Зен Дракона. А как вы знаете, в Корее очень мало рожают детей. Если кто-то забеременеет, это очень большое дело. Поэтому практически ничего не надо купить. И я не верила это, но все мои подружки говорили: «Хёна, как ты знаешь, в Корее мало беременных женщин. Когда ты забеременеешь, все тебе будут подарить». И правда это так. Мне почти все подарили, я очень мало купила. Еще покажу. Мне очень нравится эта штука. Привет! И спасибо, что ты пришла к нам. Мы любим тебя. Без переживания. Просто здорово расти. Мы тебя любим. Вода для очистки. Сваровский. Голубой дракон.
мне очень нравится и мило, поэтому поставила. Вот это, так как в Корее очень сложно забронировать детские больницы, вот такую книгу купила. Если что, сразу я могла найти, какой симптом, и сразу могла поступить. Это для еды Мильки. Сейчас не буду читать, но потом, когда Мильки чуть-чуть растет, тогда это тоже буду смотреть и подготовиться едой. Это корейский традиционный костюм. Следующий год, наверное, Мильки может одеваться, но я заранее купила, потому что слишком мило. Такая шапочка. Эти игрушки все я сама руками помела. Ничего нету, но я думаю, нужно будет. Все. Я старалась купить немного, но все равно я купила несколько вещей. Но так как для нас это первый ребенок, первая малышка, мы хотим так подготовиться. И продается такой календарь, сколько градусов нужно держать в комнате и как растет на 3, 4, 5 месяц. Вот так. И какую проверку надо сделать в больнице. Все это продается. Температура, вот это, вот. Говорят, что это очень удобная штука после того, как кормили ребенка. Вот, в спине вот так делать. Очистки бутылки. Это тоже все нам подарили. Вот эта штука, это цифра. Когда Мильки рождается, то мы будем считать, сколько дней прошло. И одежда. Так, вот так выглядит комната Мильки. Довольно просто выглядит, мне кажется, потому что мои подружки где-то два раза больше подготовилась, чем я. Они очень много подготовились. Ну, я думаю, вот это уже очень хватит. Еще чемодан уже я собрала. Если вам интересно, я еще покажу, как я собрала чемодан. Просто я в чемодане очень много выложила. Чай для после родов, для похудения, чтобы отек ушел. И всякие разные девайсы для ухаживания лица. Да, я это тоже покажу. И хорошего дня или спокойной ночи. Аня, спасибо, что вы посмотрели видео.